Сегодня в клинике доктора Мясникова защищаем кости от переломов. Взяли, упали, плашмя. Чем заканчивается остеопороз? Поэтому самое главное, это не таблетки. Она ушла, вы упали. Я не упаду, а потом бах, вот так упала. Принимаем витамины по-научному, чтобы получить от них максимальную пользу. Итак, витамины, инструкция к применению. Тут они работают, а тут часто бывает и вред. Я сам пострадавший от приема витаминов. Увеличивается риск остеопороза. Ее дефицит может вести к раку. Проверяйте у ваших пожилых родителей, мам, бабушек. Почему? Простая еда. Кролик. Почему мясо кролика особенно полезно есть детям и пожилым? Мясо кролика повышает уровень холестерина? Зависит ли качество мяса от породы? Какая часть кролика наиболее полезна? Здравствуйте! Говорит и показывает доктор Мясников. Вы у меня в клинике на Белорусской, на канале «Россия-1». Почему в таком экзотическом виде? А вот это нам поможет поговорить, как поставить под контроль такую распространенную болезнь, как остеопороз. Что там у меня в сундучке-то? Поговорим, как правильно принимать витамины. И я вам расскажу три интересных факта о мясе, которых вы наверняка не знали. Итак, мы начинаем. И начинаем мы с инструкции по применению витаминов и мультивитаминов.